Тысячи протестующих в четверг окружили главный офис тайской полиции. Они призвали силы правопорядка встать на сторону людей и свергнуть правительство. Кроме этого, некоторые демонстранты, вооружившись садовыми ножницами, перерезали электропровода, идущие к зданию. В результате полиции, а также близлежащему полицейскому госпиталю пришлось воспользоваться генераторами. Протесты в тайской столице продолжаются с понедельника. Люди требуют отставки правительства премьер-министра Инглак Чинават. Поводом послужил новый законопроект о помиловании. Демонстранты говорят, что власти хотят использовать его, чтобы вернуть в страну беглого экс-премьера Таксина Чинавата. Они уверены, что он продолжает управлять делами в Таиланде через свою сестру Инглак. В эмиграции Таксин Чинават пребывает с 2006 года. На родине его обвиняют в коррупции и уже заочно приговорили к тюремному сроку. Люди считают, что полиция выбирает служить политикам, а не встать вместе с народом. Ранее в этот же день в тайском парламенте состоялось голосование по вынесению вотума недоверия правительству Чинават. За отставку премьера проголосовала меньшая часть депутатов. После этого глава правительства выступила с телевизионным обращением к демонстрантам, призвав прекратить протесты и сесть за стол переговоров. Между тем протестующие говорят, что уходить с улиц не собираются, поскольку их главная цель – уничтожить политическую машину Таксина. В начале недели демонстранты оккупировали здание Министерства финансов и продолжают там оставаться.